Кто критиковал больше всего президента на последних парламентских выборах, Сергей? Мы помним, кто. Тот, кто сегодня ближе всего к нему подошел и ратует уже за обратно. Это блок Юлии Тимошенко. Они на одном электоральном поле боролись. Реально забрали, Тимошенко забрала у нашей Украины голоса. Сформировала фракцию. Теперь ситуацию разворачивают в обратную сторону. Но мы не занимались черным пиаром на прошлых выборах. Мы агитировали за социализм. К сожалению, я об этом говорил чуть раньше, в нашем обществе, прибитом, извините, советской идеологией, конечно, трудно европейский социализм привить. 18 июня в 21:30 на канале R1 очередное заседание ЖКХ журналистского клуба Харькова. Гость клуба Виктор Субботин, банкир, социалист, исполняющий обязанности гендиректора Турбатова.